Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Многие, у кого есть шарнирные куклы, сталкивались с такой проблемой. После активной игры в куклы или долгого использования шарниры просто ослабевают. Сначала ослабевает один, потом другой, потом и вовсе все шарниры, и кукла уже кажется нерабочей. Но подождите прощаться с куклой, ведь это можно исправить. Для решения этой проблемы нам понадобится только клей, именно ПВА. Со временем пластик между шарнирами расширяется, оттуда и происходит разбалтывание. Расширение пластика происходит тогда, когда вы часто двигали шарнир, соответственно, пластик просто стерся. Или же вы мыли куклу горячей водой, пластик поплавился и легко деформировался. Заливаем в шарнир клей ПВА. Не переживайте, способ проверенный. Клей ПВА совершенно не портит пластик и тело куклы. После него не остается никаких пятен и он не впитывается. Клей после застывания оставляет пленку, заполняя пустоту в шарнире. После заливания клея обязательно прокрутите шарнир, чтобы клей распределился. Если прокрутить забыли или не докрутили и шарнир застыл, то не переживайте, именно поэтому мы используем клей ПВА. Просто окуните шарнир в теплую воду на минут 5, и клей сам отойдет. После первой заливки клея и прокрутки оставляем куклу на минут 20 или на час, в зависимости от того, как у вас застыл клей. После небольшого застывания снова все прокручиваем, чтобы распределилось и не застыло. После полного засыхания клей станет прозрачной пленкой. А там, где клей вышел за рамки, просто протрите влажной тряпочкой. Ну и взгляните на результат. Этим способом укрепления шарниров я пользуюсь уже давно, и вы меня не раз просили поделиться им. Поэтому надеюсь, это видео было полезным и оно вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Буду рада видеть ваш результат укрепления шарниров. Делитесь им в комментариях и в инстаграме, отмечая мой аккаунт. До новых встреч и всем пока-пока!